Итак, прицеп одноосный, специальный. Специально сделанный под снегоболотоход «Шатун», который сейчас будет серийно выпускаться. Этот прицеп первый, экспериментальный. Сейчас я везу его на испытания. Испытывать будем завтра. Если честно, у меня есть, конечно, сомнения за некоторые места, которые могут не пройти испытания. Но я думаю, завтра это увидим. И для экспериментального прицепа это нормально. Одна ось, резиножгутовая подвеска, тонна 800 грузоподъемность оси, на 2000 механизм тоже без наката. Раму мы разрезали и усиливали снизу дополнительной трубой профильной. Занижали. Вот здесь вот высота 220 мм всего, чтобы у нас заниженный был центр тяжести. По оси имеется запас по прочности полуторный все время. Поэтому у нас все должно получиться, потому что вес самого шатуна тонна 700, плюс заправочные емкости. Так вот он у нас выглядит.